огонище горит. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим, бежим. Затушите меня. Ты посмотри, они что, селфачок что ли делают? Селфачок с мозгами. Кажется, у меня протечка. Мозги вытекают. Сейчас-то мы с тобой узнаем, каково быть зомби и вообще какая у них жизнь. Хотя какая у них жизнь? Ешь мозги и разлагайся. Ладно, поехали. Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветищи! Ты посмотри на меня, я же зомби! Костлявая нога, костлявая рука, еще не хватает мозга! А мозг у нас есть, и мы сейчас его будем есть! О боже, я никогда не думал, что скажу, что мы будем сейчас есть с тобой мозги! Да, и прикольно, смотри, как я хожу! Как настоящий зомбак! Я, если честно, не знаю, как это вышло, как я превратился в зомби. Видимо, меня ночью кто-то укусил, пока я спал, и в итоге вот, ты видишь результат! О! Ты посмотри, какие там зомбаки ходят. Какой огромный, отъевшийся. Просто он столько мозгов ест. Это ж... У меня б, наверное, голова лопнула, если б я столько мозгов ел. Божечки, как он их наминает. Как хомяк. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Тут мозги бегают. Огромные мозги. Это, наверное, чувачок объелся. У этого мозга даже ноги есть. Смотри, вон. Ножки, ножки, ножки. И побежал, побежал, побежал. Блин. Я сейчас тут умру от смеха. А там вообще мозги летают. Смотри, вот, мозг летающий. Девочка-зомбак с летающим мозгом. Ну, это уже что-то за гранью фантастики. А, я так понял, это ее питомец. Да, смотри. Есть здесь магазинчик, если мы туда зайдем, здесь есть возможность купить питомца. Мы его тоже с тобой приобретем, но сперва нам нужно отведать мозгов. Итак, давай приступим. Вот мой мозг. Точнее, не мой, это чей-то. Я не знаю, где его. Может быть, я его купил на распродаже. Вот, сейчас мы его отведаем. Опачки, и нам заплюсовали плюс один мозг. Вот здесь вот есть табличка, кто сколько мозгов съел. У кого больше мозгов, тот и крут. Вот, давай сейчас съесть. Нам нужно с тобой 100 мозгов съесть, чтобы купить себе нового питомца. И этот питомец будет выглядеть правильно, как мозг. Интересно, что этот чувачок ко мне подошел и смотрит, как я ем мозг. Наверное, мой мозг вкуснее, чем его. Оу, он достал свой мозг. Вот это у тебя мозги. Блин, ты меня, если сейчас развернешься, сшибешь своим мозгом. Воу-воу-воу, кажется, на нас гигант двигается. А у него, а ты посмотри, у этого гиганта вообще маленький-маленький, как у меня сейчас мозг. Ну да, чем больше зомби, тем меньше мозг. Ну все, в принципе, логично. Кстати, смотри, у этого огромного зомби еще что-то вон там, вон, вон-вон-вон, из пуканища дымится. По-моему, он немножечко так попердывает, что ли. Ай-яй-яй. Или от него просто уже воняет то, что он очень долго находится в форме зомби. Да. Ладно, пойдем от него, а то сейчас надышимся, навоняемся, потом также вонять будем. Пойдем вот сюда, посмотрим, что это у нас здесь такое. Кто это у нас здесь в списках и на бочках стоит. А, это у нас, наверное, создатели. Ну, тут все логично. Кстати, ты посмотри, по-моему, мой мозг стал больше, да? Я его еле таскаю. Офигеть, меня мой свой собственный мозг, точнее, меня сейчас этот мозг поглотит. Свой собственный мозг поглотит. Ой, это сложно, это сложно. Я не знаю, как назвать этот мозг. Это как бы и мой мозг, потому что я его держу в руках. Но это не мой мозг. Я думаю, ты понимаешь, о чем я, потому что я ем этот мозг. Я же не могу есть свой собственный мозг. Это просто коллапс. Какой-то парадокс. Вот, короче, я ем свой, но чужой мозг, вот. Кстати, я совсем забыл, у нас уже 100 съеденных мозгов. Давай зайдем в магазинчик и прикупим нашего питомца. Я не знаю, честно, что он будет нам давать, но мы его купим. Так, а где наш питомец? Мы вроде бы как питомца купили. Кеха как был у меня, так и остался. Хочу приметить, Кеха не зомби. Кеха как был попугаем, нормальным попугаем, так он и остался. Пиратским нормальным попугаем. Вот, продолжаем. Где мой питомец, пожалуйста? Покажите мне моего питомца. Тинни Брейн. У меня должен быть питомец. Где мне его можно забрать, получить? Воу-воу-воу, цифровой зомби. 0 единичка, 0 единичка, 0 единичка. Ты откуда, с интернета, что ли, сбежал? Вот, кстати, у него питомец есть. Вот, он летает. А у меня питомца нет. Бегающие мозги по улицам. Ужас. Где же мой зомби? Хай-хай. Походу, меня просто кинули на мозги.
Звучит забавно, кинули на мозги. Ладно, продолжаем питаться питательными веществами нашего розового мозга. Скоро наш мозг захватит наше тело, точнее, мое тело. Он уже поглотил его. У меня, посмотри, бегающий мозг просто. Ой, как же это забавно выглядит. Я не могу. Просто смехота. Что там происходит? Там какие-то, я не знаю, манипуляции. Походу, это мозг грызет зомби. Ну, потому что зелененькие всякие огоньки вылетают. Но на самом деле это просто аура. Ауру тоже можно купить в магазинчике. Смотри, здесь есть вот аура. Есть токсичные, есть морозные, есть кровавые ауры. Чего тут только нету на самом-то деле. Сколько у меня мозгов? У меня 56. Я пока ауру не могу купить. Ну и, собственно, есть еще и мозги. Надо было мозги покупать, смотри. Мозги, которые дают X2. Блин, за сотню. Чё ж не купить-то было? А я взял на пэт потратил, которого нигде у меня нету. Блин, почему у меня пэта нет? И я в печали. Где ж мой пэт? А может надо сделать вот так вот? Подожди. Ресет. И сейчас, прикинь, все обнулилось. О! Я как знал. Вот он и мой пэт. Здорово, прилетел из космоса. Тебя чё, это Почта России доставляла, да? Потеряли тебя где-то? Ну все, я теперь спокоен. У меня теперь есть пэт. Мне не так одиноко. Кехи так и подавно. У него теперь есть тот советник. Будет шептать ему на ухо что-нибудь там, какие-нибудь секретные информации. Вот. Главное, чтобы Кеха не заклевал этот мозг. Пойдем. У нас есть $161. $161. Может, я все-таки смогу купить мозги? Давай, купим. Оу, смотри, мозги X2. Это словно я купил iPhone X. Ладно, давай попробуем этот мозг 2X. Так, ты посмотри, плюс 5 к мозгам. Нифига себе. Я сейчас быстро отъемся. Так, ты только глянь, как я наворачиваю. Видать, вкусные мозги. Ну-ка, давай зайдем в магазинчик. У нас уже 169 с тобой монет. И посмотрим, что это такое. Juice Brain. Это, по-моему, сок мозгов. Вроде как-то так переводится. Сейчас мы отъедимся. Подожди, мозг, не мешай, не подбегай ко мне. Да я поем. Ох уж это жизнь зомбаков. И отправились мы с Кехой и летающим мозгом в путешествие. Ну вот, у нас и накопилось $260. Блин, это же просто нереально. Есть мозги и получать за это деньги. Я словно попал на передачу «Фактор страха», где нужно выполнять всякие жуткие вещи, чтобы получить деньги. Итак, мы хотели купить с тобой Juice Brain, да? Может, что-нибудь другое купить? Ну, Токсик Ауру можно купить, но я хочу сок купить. Вот, покупаем сок, берем это не коктейль, это в данном случае сочный мозг. Ну, давай посмотрим, насколько он сочный. Так, плюс 10 за каждый съеденный мозг. Офигеть. Ты посмотри. Ну что, я здесь находил и наел $400. Пойдем в магазинчик снова зайдем. Ты посмотри, как дребезжит пол, как текстура здесь играет. Так, давай отойдем отсюда, а то сейчас тоже забагаемся. Вот. Куча бегающих мозгов огромных. Блин. Ой, не могу. Я с этих мозгов. Все, идем в магазин и покупаем себе ауру. Можно купить себе. У нас сколько? $400. Ну, давай вот купим за 250. Посмотрим, что это за аура такая. Хоп-ап, купили. Оу-воу-воу. Аура. Дымящий пукан. Горящий пукан. Пукан. А, мой пукан. Пуканище горит. Ай-яй-яй-яй-яй. Бежим. Затушите меня. Ой, не могу. Эта игруха просто меня сейчас уморит. От смеху. А еще если я сделаю вот так вот. Огромный. А, блин, погоди, у меня мой большой мозг пропал. Вот же ж, блин. Это, наверное, из-за ресета. Ну, ладно. Сейчас мы быстренько отъедим огромный мозг. Если у меня это получится. Оу-оу-оу, тихо, не раздави меня, дружище. Подожди, зачем ты встал? Что ты хочешь сделать? Не надо на меня вставать. Ты типа делаешь вид, что это у тебя горящий пукан, да? Да нифига, я сейчас убегу отсюда. Вот так вот. Слушай, я как паровоз просто какой-то. Я сейчас насмеюсь так, что у меня потом живот болеть будет. Я тут такую картину сейчас представил. Приходит, значит, зомби в ресторан. Открывает менюху, к нему подходит официант. И говорит, здравствуйте, вам какой мозг? Обычный, X2 или сочный? А я такой говорю, а у вас отварные есть? А он мне такой говорит, нет, только сырые. А я ему говорю, ну у меня ж на сырые аллергии. Я так что буду есть только вареные.
Так, это было лирическое, не смешное отступление. Вот. Поэтому не обращай внимания. У нас уже тем временем $1000. $1000, пойдем в магазинчик, забежим и посмотрим, что мы можем купить на $1000. А можем мы купить Freeze Aura. Замораживающая аура, зачем она мне, непонятно пока. И можем купить новые мозги. А новые мозги переводятся как влажные мозги. И значит, прихожу я такой в ресторан и говорю: мне, пожалуйста, влажных мозгов. За $1000. Ладно, покупаем влажные мозги, посмотрим на них. Ну-кась. А где влажные мозги, я не понял. Я вроде бы... А, вот они. Ну, слушай, они обычные. И знаешь что, мне тут в мозге закралась такая мысль. А как относится Пэт к тому, что я ем, как бы, ну, его? То есть я ем, получается, сородичей своего Пэта? Боже, как-то ужасно. Ну вот, мы отбегали с тобой небольшой марафончик и заработали $1500. Идем в магазин и посмотрим, что же мы можем прикупить еще. Ну, из пэтов у нас только он один здесь. А мы сейчас купим с тобой за 1000 морозную ауру. Посмотрим, каково оно. Оу. Я потушил свой пукан, и теперь у меня вместо огня там морозная свежесть. О боже. О май гад. Ледяной пукан. Надо кого-нибудь подморозить. Иди сюда, я сейчас тебе ногу отморожу. Сяду на твою ногу и отморожу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это просто капец. Какие же мощные спецэффекты. Ты посмотри, они что, селфачок что ли делают? Селфачок с мозгами. Да, ребята. Может вам помочь сфоткать вас, а? Ладно, идем дальше. Ну вот, мы с тобой наморозили целых 2000... Давай, 500. $500. Сейчас будет 500. Во. $2500, идем в магазин. И можно купить мозги за 2000... А, подожди, это не мозги, это Blood Aura. Ну давай купим вначале... А как переводится Свайли Аура? Я что-то не знаю. Ну давай вот купим Свайли Ауру, посмотрим, что это такое. А, это такие загогулины, ну вот. Я что, сердечко? Это что, сердечки, что ли? Или мне кажется, что это сердечки? Погоди, я что-то не понял. Короче, теперь у меня загогулины. Пуканные загогулины. О, это что-то нечто. Я такого еще никогда не видел. А, ну почему не видел? Это же был в начале чувак, у него такие же были загогулины. От него фанило. Так, ладно, давай купим тогда блуд. Покупаем блуд. Оу-оу. Кажется, у меня протечка. Мозги вытекают. Ой, не могу. Надо как-то закупорить там это, отверстие, чтобы мозги не вытекали. Ты посмотри, просто такой шлейф остается. Меня ж по нему могут вычислить. Ай-яй-яй. Это, по-моему, самая крутая аура, которая только есть. Ты посмотри, она полностью меня поглотила. А если я сейчас отсюда отойду, такой вонище там еще остается после меня. Такой след мощный, просто пипец. Так, ладно. Чё мы там еще можем прикупить? Мозги. Да, мозги за 2000. Давай купим, посмотрим, что это за мозги такие. Берем. Так, ну, вроде обычные мозги. Но за них, то, что мы их едим, дают плюс 40. И, между прочим, это переводится как сырые мозги, на которые у меня аллергия. И вот именно из-за этих сырых мозгов у меня идет протечка мозгов и такой шлейф розовый. Ну, правда, я еще до этого получил этот шлейф. Но это не важно. Я ем сырые мозги, и у меня фонит. Так. Теперь нам осталось накопить на последние мозги, которые стоят $4000. И это мясистый мозг. Самый вкусняцкий, самый классный мозг, который только можно представить в мире зомби. Сейчас мы быстренько наедимся, отъедимся, заработаем денежек и купим его. Кстати, я не обращал внимания, но я значительно подрос. Ты посмотри, какой огромный стал. А вот мальцы... О, я уж 4000 накопил. Так, идем в магазинчик и покупаем мясистый мозг. Ну-ка, посмотрим, сколько нам за него дадут. Где этот мясистый мозг? О, ну, правда, он ничем не отличается вообще никак визуально. И посмотрим, за него дают плюс 80 за то, что мы его едим. Хо-хо, сейчас-то мы быстренько подрастем.
Смотрю я такой, смотрю, ребят мозги едят. Ну, думаю, дай-ка я их возьму в свой магический фонящий круг. Сейчас обегу вокруг, и все. Они станут моими рабами, моими подопечными. Блин, круг не получается. Вот черт. Вот черт. Вот так вот, вот так вот. Вот, ну ладно, одного хотя бы порабощу. Ладно, это шутка, никого я не поработил, просто обвонял. Просто обвонял. Ладно, валим с места преступления, валим. Все, бежим. Ну вот, ты только посмотри, как я отъелся, просто пипец. Капец, я каких огромных размеров. Акеха, кстати, со мной не растет. Почему-то он как был миниатюрный, так и остался. И, между прочим, я куда-то потерял свой летающий мозг. Ну, своего пэта. Вот, я не знаю, куда он делся. Воу-воу-воу. Подожди-ка, подожди-ка, как это меня так закрутило? Я тут чуть вальс не станцевал, нафиг. Мы достигли высот. Я теперь стал огромен, почти как дерево. Ну, конечно, дерево мне еще высоко расти. Точнее, далеко расти. Но был бы у меня побольше времени, я бы, наверное, дорос. Но есть по чесноку, мне просто уже надоело есть мозги. О, какой мосипуська пробежал. Вот, поэтому давай-ка на этом и будем закругляться. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик, комментарий под видео. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить нового крутого видосика. Спасибо тебе за просмотр, удачки, пока и до нового видосика. Дружище, отойди от меня. Не надо мне тут толкать свои мозги, у меня свой есть. Все.